Так, здравствуйте, это маленький лайфхак, как правильно намотать руль велосипеда. Итак, начинается отсюда, как обычно, очень много видео в ютубе, как это делается. Но здесь надо закончить мотать, отрезать и начать опять здесь. И дальше, как обычно. Какая аргументация? Почему именно так, а не иначе? Потому что в таком случае лучше доступ к тормозам. Особенно, если, не дай бог, вы намотаете двойную обмотку, есть такая, продается, то до тормозов вы вообще не дотянетесь. Да? Здесь будет вот такая вот балда, здесь, здесь и здесь, да, если двойная намотка будет. Это все чушь. Вот. Тонкий руль мы достаем до тормозом легко, легко. Во-вторых, у нас намотка фиксируется теперь не в двух точках, здесь и здесь, да? А в четырех. Здесь, здесь, здесь и здесь. То есть, если мы там юлозим, да, у нас как-то намотка по ходу дел перераспределяется, то она у нас не будет так страшно перераспределяться, как раньше. Да? У нас четыре точки фиксации. Она остается на месте. Если даже перераспределиться, проблем не будет. Вот часто проблема бывает, что здесь, да, здесь голый руль открывается. Мы тут елозим, елозим, и здесь голый руль бывает. Это второе. Третье. Вообще намотка руля, она требует разную мягкость в разном месте. Вот, допустим, в этом месте нам мягкость не нужна. Да? У нас здесь руль за счет упругости руля здесь не такой жесткий, да? И во-вторых, мы реже вообще в этой посадке, в этом хвате едем, да? Здесь ну, толстая намотка не нужна, в принципе. Здесь у нас упругий руль. Здесь, наоборот, жесткий. Здесь нам надо жестче. И поэтому мы можем здесь реже намотать руль, а здесь погуще. Погуще, чтобы было мягче. Потому что здесь жесткий руль. И, кстати, производители часто намотку впритык кладут в упаковку, то есть еле-еле хватает ее намотать. А тут как бы за счет того, что здесь мы не мотаем, у нас остается запас намотки, чтобы здесь поплотнее намотать, чтобы здесь было помягче. Ну, как-то так. Вроде все упомянул. Вот такой вот способ. Спасибо за внимание.